Чем заплатил за поцелуй французский теннисист? За что пришлось извиняться ведущий CNN? И что японцы придумали для тех, у кого не хватает времени на ведение домашнего хозяйства? Об этом и не только в нашем обзоре. Французского теннисиста Максима Аму отстранили от участия в престижном турнире «Ролан-Гаррос» из-за того, что он поцеловал журналистку. 21-летний спортсмен приставал к репортеру Малита Ма, которая в прямом эфире брала у него комментарий. Девушке пришлось буквально выкручиваться из неловкого положения. Организаторы лишили Аму аккредитации. Ведущая CNN и комическая актриса Кэти Гриффин извинилась за фото с отрубленной головой Трампа. Знаменитость запечатлелась с кровавым манекеном и пошутила, что за такое ей придется бежать в Мексику или идти в тюрьму. Эти кадры мгновенно распространились в соцсетях. Большинство пользователей осудили ведущую. Отреагировал и сам Трамп. Пристыдил Кэти и заявил, что его дети были очень огорчены появлением такого фото. Новую гигантскую штаб-квартиру Apple сняли с высоты птичьего полета. Грандиозный проект все еще не завершен, хотя его строительство анонсировал еще сам Стив Джобс. Основная часть работ уже окончена. На этих кадрах видно, что сейчас мастера работают над обустройством парка во внутреннем дворе центрального здания в форме кольца. В футуристическом комплексе, напоминающем космический корабль, смогут разместиться 13 тысяч сотрудников. Ученые в Японии осуществили мечту очень занятых людей, создали для них дополнительную пару рук. Специальный манипулятор крепится к спине, а управляется с помощью датчиков, которые находятся на икре и пальцах ног. По утверждению создателей, роборуки многофункциональны, ими можно и кошку гладить, и дом ремонтировать.